Одна картина, одна спасенная жизнь. Сегодня наградили новосибирских победителей всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Как дети помогают детям в сюжете Виктории Рыжих. Проект «Поколение М» – это виртуальная творческая площадка. Участники отправляют на интернет-портал свои рисунки, видео, фотографии. Но это не творчество ради творчества. Таким образом, дети собирают средства на лечение сверстников. Ну, можно сказать, немножко вдохновение из-за того, что и другие участвовали, ну, скорее, одна подружка в этом конкурсе, именно этом. Ну, и, в общем, мне кажется, это самый крутой конкурс. Анна заняла второе место в конкурсе диалогов. Алёню члены жюри назвали маленьким Ван Гогом. Выбрал Ван Гога и решил нарисовать его и портрет, и его работы, потому что они близки ему эмоционально. Он любит яркие краски, любит мазки. Только в Новосибирской области в проекте приняли участие больше 9 тысяч ребятишек. Они пополнили копилку почти на 100 тысяч рублей. Вот этот проект, он и есть попытка дать детям развивающее содержание и при этом полезное для них в практической жизни. Вы знаете, что сейчас у нас очень серьезные конкурсы запущены с очень серьезной мотивацией, вплоть до поступления в Московский театральный вуз. Всего собрали больше 14 миллионов рублей. Каждый загруженный рисунок, видеофайл или фотография – это баллы, которые компания МТС переводит в реальные деньги и передает на лечение тяжело больных ребятишек. Это очень важно, когда ребенок создает работу, творит, и он понимает, что благодаря его работе какой-то ребенок будет вылечен. Кому-то будет сделана или операция, или оказана помощь. И они вырастают уже людьми, которые привыкли помогать другим. В рейтинге самых активных регионов Новосибирск занял почетное 5-е место. Виктория Рыжих, Евгений Агеев, Новости ОТС.